Канал Рунштайн 1 представляет. Так строили. Перед вами здание, расположенное в Германии, на фасаде которого красуется российский герб. В данный момент проходит реконструкция данного объекта. Рядом строится дом престарелых. Дома престарелых растут у нас в квартале, как грибы. Во время проведения строительных работ случайно оголилась стена старого здания, стоявшего рядом. Именно на этом здании и висит российский герб. Тупые немецкие строители всегда строили все здания на каменном фундаменте, используя для этого именно красный кирпич из глины. Но в наше время они одумались и начали строить фундаменты из железобетона. Мы видим, что старое здание присыпано минимум на один этаж. Проем в цокольном этаже уходит вглубь здания. Стена имеет толщину минимум 80 сантиметров. Новое здание будет соединено проходами со старым. Теперь посмотрите, как делают фундаменты в наше время. Арматурный каркас заливают бетоном. Гидроизоляция – это обязательный элемент фундамента каждого здания. Дом расположен около монастыря. Ссылки на видео о монастыре в описании. Поделитесь этим видео с близким человеком. На этом все. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Всем добра.